80-летний Эммануил Виторган воспитывает женой двух маленьких дочерей, двухлетнюю Итель и семимесячную Клару. По словам актера, девочки прекрасно ладят друг с другом. Народный артист России признался, что они с 58-летней супругой Ириной Млодик переживали по поводу пополнения в семействе. Пару пугали тем, что старшая дочь будет ревновать к младшей. Однако, к счастью Эммануила Гедеоновича и Ирины, им удалось избежать этой проблемы. Сегодня Виторган поделился кадром, на котором наследницы позируют вместе. Довольная Клара нежно обняла маленькую сестренку. Этель и Клара – две сестрички. Когда мы ждали вторую младшую, нас многие пугали и говорили, что старшая будет ревновать. Видите? У нас этого не случилось. Этель очень любит Кларочку, сообщил радостный отец. Поклонники звездной семьи пришли в восторг от фото. Многие заявили, что супругам повезло иметь таких дружных дочерей. Некоторые также отметили, что Этель и Клара больше похожи на маму, другим же кажется, что девочки – копия папы. Милые сладкие дети. Чудесные такие булочки. Копия мамуля, но папа тоже промелькивает, какие у вас с Ириной прекрасные гены. Такие прелестные дочери, как дочки на вас похожи. Здоровье вашей семье, написали пользователи. Под фото отметилась и Йолана Воробей. Какие лапочки, написала юмористка, сопроводив комментарий множеством эмоджи в виде сердца. Артист показал, что Клара все время рядом с Этель. При этом девочка не против компании младшей сестренки, даже когда занята. А если уж малышка начинает мешать, Этель не кричит, а спокойно садится чуть дальше от нее. Эммануил Виторган показал умилительное видео с дочками. Артист трогательно признался в любви жене. Актер сообщил, что мечтает о сыне.